Так тут с двух сторон печки плавят. Блин. Может быть, тут что-то осталось? Тут тип с пушкой остался. Это я где? На Т3. Хорошо, ребят. Я знаю, куда мне идти надо. Сейчас я себе быстренько и оку скрафчу и вернусь. Вы пока что не спешите куда-то уходить. Во, метальчик. Метальчик — это хорошо. Держи. Ребят, успокойтесь. Нифига себе вас тут. Они ко мне пытаются запрыгнуть. Ух ты, нифига себе они сильные. Да, их там много. А спонсором этого видео является сайт SkinBench. Здесь можно не только продавать, покупать или же обменивать скины из Rust и других игр, но и играть на них с другими людьми. А еще на SkinBench имеется уникальный внутренний инвентарь, устраняющий все проблемы с обменом скинов. Удобное пополнение, а также вывод в рублях на платежные системы без комиссии. Да, закинул свой скин и продал, после вывел на реальные деньги. Достаточно удобно, а главное — надежно. Ссылка в описании. Здорово! Успели по мне соскучиться за недельку? А вот ты, да-да, ты, кто уж собрался мотать, не стоит этого делать. Я же для вас тут стараюсь, озвучиваю. Ага. Кстати говоря, не пропускайте стримы, ведь простое ваше присутствие на стримах — это уже огромная поддержка. 7к чизеров, и новый ролик будет уже на канале. Подписывайтесь на группу ВК, Steam и бла-бла-бла. Кстати говоря, на свою страничку в ВК я добавляю всех, так что держу в курсе. Ну а для самых внимательных, где-то в ролике будет подсказка, на каком же сервере я играю. Хм. Ну а теперь приятного просмотра. Ух ты, а это кто у нас тут такой? Фармящий. Привет. Спасибо. Блин, а может быть, мне проще тут дом отстроить? Хм. Пешку надо обязательно покупать. М92. С патронами и пешка. Тоже с патронами. Сколько у вас в магазине? Еще одна берета осталась. Пешка и берета с патронами продается. Респект вам, ребята, за такие магазины. Ух ты, сколько тут тыквы было. Железный топорик. Сервер прям намекает: стройся здесь. Стройся, черт возьми, на этом месте. А я, наверное, так и сделаю. Поехали фармить. Тут речка классная есть.
Ты зачем меня так пугаешь, дружане? Ух ты, ничего себе тут база оказывается. И не одна. Мостик, типчик какой-то. Опасный. Походу, я знаю, где я буду жить. Тут. Дом, конечно, у меня будет большой. Очень-очень большой. Спалка. Название и, в принципе, все. Пока там тип что-то плавит, я обязан просто пойти и жахнуть его. У меня есть бинокль и 19 патронов. Это очень много шансов выиграть ту перестрелку. Он один, и он с питоном. Он не один. Их двое. Один с питоном, другой с берданкой. Их не двое, их четверо. Их пятеро. А этот с калашом. И вон тот с калашом. Как-то вас маловато, ребят. Минус тип. Ну, это мне не помогло, к сожалению. Сочи мне, чё ты робишь? Офигеть их тут. Понял. Мне кажется, даже если я этого типа убью, я просто отсюда никуда не убегу. Давай, иди сюда, друг. Ладно, бич. Come suck my dick, bitch. You're a pussy, yeah? You're a fucking pussy cat. Hey, let's go. Fight, bitch. I'll come with Aiken and fuck your ass, bitch. Сильный пацан. Я думаю, нужно как можно больше выкупить оружие с того магазинчика и обустроить свой домик. А то мало ли, цены поднимет или его зарейдят, этот магазинчик. Ух ты. Ну, мне теперь нужен металл. Очень срочно нужен металл, и камень мне нужен. Все мне нужно. Вот металл у меня есть, а вот камня нет. Так, конь мне пока не нужен. Тут еще один серный камушек есть. Калаш? Лол. Просто лол. Калашик. Так, я точно знаю, что мне нужно одну интересную вещь сделать. Поставить спалку рядом с домом. Оу. Плиз. It's my... No, bro. Please. It's my last pickaxe, please. I'm fucking naked. Don't... Bro. Why? I just start. Thank you, brother. Do you know where I am naked, please? If you tell me, I give you a... Maybe...
Окей, follow me. Maybe I know. Они ищут мой дом, а я ник поменял. This guy killed me. А не просто показать дом. Надо ники быстро стереть. You need corn? No? Я знал, что они ищут мой дом. Я знал, что они ищут мой дом. This guy killed me here. Right. Yeah, I know, but how far away is it? Maybe this home, but I don't know. This guy killed me here. Обманул! Обманул, лохов! Ну, зато у меня есть время. Обустроить домик. 200 IQ. Просто move 200 IQ. Перезайти в игру. Выйти и проверить хату. А я знал, что они будут искать. Я выиграл для себя немного времени. Так, отлично. Мне надо пойти переработать вот это. Кирочку пока скину. Мне нужны две железные дверки. С них выпадет как раз по 100 металла. И две железные дверки я скрафчу. Hello, it's me again. No, it's me again. Чё-то я ору с них. Неужели они не поняли то, что это я? Так я, конечно, клан еще не обманывал. Эй, sup, boys? I saw you not join to clan or what? No. I want green marker, you know? You mean safe zone? Yes. Okay. You can do that for info where I'm naked lives. But I don't know where life this guy. Нифига себе. Хочешь спрятаться, спрячься на видном месте. Печки. Нормальную хату я нашел. Офигеть тут лута. Блин, а мне нужно дерево. Тут есть киянка. Все, забираю печки. Печки мне пригодятся. Даже очень сильно пригодятся. И ящик я бы забрал тоже. Блин, у него еще какой-то лут есть. Так. Там хазмат, я видел, продается всего за 500 серы. Можно пойти купить два хазмата? Зачем мне еще серы нужны? Покупать что-то. Ну что, конь, вези меня за хазматом. Тут только что домик целый был. О, кукурузка есть. И тыковка есть. То, что надо. Тут еще компоненты какие-то есть, ничего себе. Стопэ. Ого. Вот это да. Понял. Хазмат отменяется. Прям под моей хатой сгнил домик. Нормально. 600 металла халявного.
камня не хватило, вот у него и домик сгнил. Классно. Ну все, конь, поехали домой. Сеты начинающего киллера я купил. Так, ну что, время поставить первый верстак, скрафтить патроны и пойти уже кого-то убивать. У меня тут как раз серы много, наплавленной. Оп, и металл есть. Под домом у меня вроде бы никого нет, а я вижу типа вон там вдалеке. Чего? А чё мне так везет на зарейдженные дома, я не понял. Я в шоке. Надо прийти шкаф вынести. Хм. У меня ничего не изучено, я нахожу дом зарейдженный. Чего? Лол, кек. Надо идти шкаф выносить. И свой туда ставить и застраивать. Ставить дверку. Ого. Давай, гори, гори, гори. Тут еще наверху что-то. Но топлива тут явно немало было. Почему-то я думаю, что это не все ресурсы. Ух ты, а что это у нас тут? Печки. Ну я тут смогу выбраться, если что. Нормально живем, че. Меня интересует, что там. Надо отнести все, взять с собой топорик железный и прийти сюда выдолбить это все. Как это ты там, дружок, оказался? Самый хитрый? Тут еще ящик какой-то. О, тут топорик есть. Целый топорик. Мне вот это надо выдалбливать теперь. Тут у нас только верстак. Халявные печки я люблю. Нормально, нормально, ресов у меня уже. Очень даже неплохо. Hello. How are you? Take this. Oh, thank you very much. No problem. Thank you. О, зеленая карта. Это хорошо. Пойдем на Север Бранч. Может быть, кого-то по пути найдем. Кстати говоря, я могу синюю карту полутать вот здесь. И пойти поутать аэро. Только мне, по-моему, второй фьюз нужен. Синяя карта. Еще один фьюз. То, что надо. И глушак. Хм. Ящики у нас тут есть. Люк выпал. Там миллион ящиков. Что за дроп выпадает? Бензопила. Топорик. Красная карта. Ну, мне кажется, надо пробовать утать карго. Почему нет? Только тут один небольшой косячок. У меня не особо много патронов.
Тут кто-то есть, это точно. Давай, 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 давай. Отлично. Приветик. Hello, you killed me in cargo ship. Hello, it's me. How are you? Тут есть один небольшой косяк. ЛР-ка улетела походу вниз. Ну и ладно. Сколько у тебя? 53 топлива. Так, там слева типа антирадио фармит. Зря ты сел на коня, братишка. Подними, пожалуйста, ну или хотя бы просто подними. С луком. Больше ничего не надо. Просто поднял. Это спасибо. Не за что. Мне вот что интересно. Что тут могли рейдить? Рейдили в этой стороне, в принципе, не особо далеко. Кроме как вот этой арки, домиков я тут больше не вижу. А вот и тип какой-то. Что-то не похож он на рейдера. Ух ты. Нормально у тебя антиратов было. Чего? Вы посмотрите на них. Воруют тут компоненты. НПЗшка? Я не знаю, куда все это утать. 14 пружин, ничего себе вы даете, ребята. Зачем мне столько антирадов, я не пойму. Так, Вася, у меня отхила нет, все, отстань от меня. Как же мне повезло, то что я туда свалить смог. Это просто жесть. На последнем вздыхании ушел оттуда. Надо еще ящики крафтить. Места, потому что у меня вообще нет. Там же два типа было на карго. И мне кажется, по-любому они до сих пор ждут. Так. Там у нас зенитки справа. Надо как-то спокойненько пролететь тут. Лодки большой нет. А, он уже улетает. Ладненько. Ух ты, у них калашек есть.
Держи. Ай-яй-яй. Как дела, дружок? Вот сейчас, я думаю, надо отсюда сваливать. И нужно обязательно сюда вернуться. Какое все-таки красивое у меня место. Просто нереально красивое. Так, а что мне, собственно говоря, нужно на магазинчик? Сейчас крафтим магазинчик, и нужно будет его куда-то поставить. Можно будет пешки продавать за скраб. Думаю, не стоит огромную цену выставлять там. 50 скрапов, в принципе, вполне нормальная цена для пешечки. Наверное, не очень хорошая идея пристраивать магазин к дому, ну, ладно. Ой. Ух ты. Вы посмотрите, там калашист какой-то. А калашист у нас, походу, на той базе. Мне определенно нравится эта база. Как тебе такой байт? Where are you from? What? Where are you from? What? You tell me first. Where are you from? From Poland. Where are you from? You are from Poland? Or yes. I love Polish people, but I don't like you. Why? You are mean, you are rude, you are sneaking our ways. No, but you shoot me fucking AK, oh. We shoot you with AK? Yes, you shoot me. Dude, where? My nickname is Napoleon and we don't have AKs. Oh, fuck, shit happens. If you rate us, you will steal it. But maybe your neighbors shoot me? Fuck. Yeah. Okay. They are not my friends. They are roof camping us. We are enemy with them. Dude. Yes. Take it. You can shoot me one more time. Oh my god. What is this? What the fuck? Thank and you, man. Take this. Whee! Oh, I have a shop. Cheesy V20. Shop for nakeds. W or V? V. V20.
cheese shop for necklace. Yes. Take this for you. What do you need? I don't understand. No. Nothing. What does that mean? No. That's for you. Thank you, man. Cheesy. Okay, I watch your videos, man. Really? Okay, bro. Okay, Cheesy. Nice to meet you, man. Nice to meet you, man. Yeah, see you later. Tomorrow, if you want, we can go for oil rig or something like that. You can teach me some shit, you know? Yeah, okay, no problem. Just write me. Thank you so much, man. No nice problem. See? Прикольный паренек. Не, ну то, что он смотрит мои ролики, это было неожиданно. Что-то я шутку юмора не понял. Кто это тут меня рейдит? Со скрапа, значит, хотел забрать, да? Отлично, рейдим, чувак. Ну-ка, покажи, где ты живешь, дружок. Понял, где он живет. Понял. Я понял, где ты живешь, дружок. Отлично рейдим, брат. Хотел мои 500 скрапа украсть? Угу. Ну-ну. Дружок. Жадность к добру не доведет. Один калашик я угнал. Что это за малыш? Не один. Окей, pick you up. Где-то в этой стране рейдили, а как-то бомжей убивать мне нет смысла. Мне нужны ребята, которые рейдят хату. Не зря же мне тот чувак дерево подогнал. Накрафтился. А то посмотрите на него. Самый хитрый. Ну и что мне тут делать? Понятно. Why you shoot me? Tell me. Cause you danger. It's for you, take this. Oh, thank you. No problem. Goodbye. Why are you so nice? Why are you the name? Зачем он у меня стреляет, непонятно. Видит же, что я с пушкой еще и волка убил с калаша. Смертник, что ли? Купили что-нибудь? У меня нет. Ничего не купили опять. Задолбали. Вы когда покупать тут что-то будете? А хотя зачем мне скрап уже? Не знаю, может быть у того пацана нет верстака первого хотя бы. Может быть отдать ему верстачок? Я думаю, он ему пригодится. Мне все равно он не нужен.
Можно еще пешку ему подарить какую-нибудь. Эй! Миги! Workbench level 1. No problem. Bring me to my base? No. I just... What you say? 40? I have a different base and I wanna put my stuff in there, but I'm scared someone... Hmm. And... I just... I'll give you something in exchange. What do you need? Nothing. Just for you. Nothing. Yes. No sulfur. No. From Russia. Russia? Yeah. You're the first one who's not shooting me. Okay, bro, good luck. See you later, maybe. Приятно делать людям приятно, как минимум. Особенно его слова, ты первый из русских, кто меня не убил. Это прям меня покорило мое сердце. Ух ты, а что это у нас тут такое? А это походу зарейдили моего конкурента. Хм. Понятненько. Как оно, дострелялся, наверное, да, с вышечки своей? Бедолага. Да, сейчас отдам домик какому-то пареньку из чата, но придется мне все эти замки поснимать. Это жесть, конечно. Hello. Да, привет. Привет. Держи. Можешь забирать полностью. Дом я замки пооткрывал. Тут есть что поизучать, в принципе. Все, супер. Спасибо большое. Да, не за что. Удачи тебе. Давай, удачи. Пока. Сервер пройден. Вы можете меня спросить, почему я так поступил. А именно потому, что всех моих врагов зарейдили на этом сервере, зарейдили тот клан, зарейдили этого типа, который пытался рейдить меня. И дальше играть на этом сервере я просто не видел смысла. Всем спасибо за просмотр, всем пока.